Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, продолжаем слушать альбом Friendly Tag. Что могу сказать? Ну, неплохо. Неплохо, ребятки, поет. Голос хороший. Рэп читает хорошо. Музыка красивая, ребятки. Голос красивый. Молодец. Это пусть меня чистит зубы, чтоб дыхание было ментал. Убили парень с крючка на пистолете. А то видно, что ты киндер. Это все для интернета. Выхожу, как раньше, в угол. Меня любят клиенты. То, что я их проводник, уверен, кто-то плесит этим. Мы не пили ни за что, просто мой брат не Петик. Я зависим от всего, как оставаться индепендент. Так, ребят, тут картинка, смотрите. Корабль плывет, ребят, да? Люди на лошадях. Это о чем, ребятки, говорит? Он романтик, ребятки. Ему и море нравится. И он на корабле не против поплавать, ребятки, как пират. Корабль-то как пиратский, ребят. Пиратский и... обычно с черными флагами, с черепом. Ну, как, да. Как разве? Пиратский, да. Вот флаги. Пока он не пиратский. Но со временем, может быть, и пиратский будет. Мы ж не знаем, ребятки. Ему нравится. Ему нравится лошадя, лошади нравятся ему. Погони нравятся, я так поняла. Ну, о чем трек, ребятки? Трек, опять вот скажу, ребятки, о чем? О жизни. Ну, реально о жизни, ребятки. Он о своей жизни поет. Ну, о своем жизни поет. Как он зарабатывает, чем он занимается, ребятки. Спокойно нам рассказывает все, ребятки. Вот мы слушаем. Голос у него хороший, ребятки. Мне нравится его голос, ребят. Музыка красивая, ребятки. Танцевать, двигаться можно. И слушаем трек. Слушаем о том, что чем он занимается, ребятки. Что его волнует. Что его волнует. Что ему интересно, ребятки. Ну вот по картинке, видите, вот почему такая картинка? Ему все нравится. И море нравится. И сухопутные войска ему нравятся. Видите, какие флаги везде здесь. И стрелы. Все ему это нравится, ребят. Интересная картинка, как будто начинающие... фотошопер, да? Да, его да. Его приделал туда. Да, да, ребят. Мои деньги Red Hair, дерутся как Канело. Не попадись на сайте, мой же спиздил все домены. Меня знают в СНГ, хотя нет имя у ноунейма. Мне нравятся лимоны, мэджи слаймы, а не леймы. Хочу слышать район, вот тысячу на сцене и нейры. Когда я лягу в землю, там вырастут деревья. Все непреклонные, но на их штанах висят колени. У меня лоуки на худе, провел газ для населения. Это торнадо ходит, оно идет население. Разносит пух и прах, разносит прах по всей деревне. Ребят, музыка красивая. Танцевать прям, двигаться легкая так. А мне нравятся ударные инструменты. Тук-тук-тук. Вы понимаете, мне это нравится, ребятки. Голос у него хороший, ребятки, красивый. Читает он рэп хорошо. Хотелось не суетиться. А, не суетиться. Да. Все, знаете, так вальяжно читает. Угу. Не торопится никуда. Да, зачем спешить? Да, зачем? Он вам рассказывает о себе, чем он занимается, как он деньги зарабатывает. Что будет потом, когда он станет совсем взрослым. Вот обо всем, ребятки. Мы послушали. Мы поняли, у него все хорошо, он счастливый, он зарабатывает, он поет, он пишет музыку, ребятки. Пока, друзья!